мудрые изречения. Глава 7. Сын мой, храни мои слова, и повеления мои береги. Соблюдай мои повеления, и будешь жить. Храни мое наставление, как зеницу ока твоего. На пальцы его навяжи, напиши на сердце своем. Скажи мудрости, ты сестра мне, и назови разум своим близким родственникам. Они сохранят тебя от чужой жены, от жены другого с ее обольщающими словами. В доме моем я смотрел в окно, сквозь решетку оконную. Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. Проходил он по улице рядом с ее углом, путь держа к ее дому. В сумерки, когда вечерело и ложилась ночная тьма. И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Шумна она и упряма, ноги ее не задерживаются дома. То на улице, то на площадях, то на каждом углу ждет в засаде. Она схватила его, поцеловала и сказала с бесстыдным лицом: «Я сегодня исполнила свои обеты, принеся жертву примирения, и часть жертвенного мяса я приготовила для пира. Вот я и вышла тебе навстречу. Я искала тебя и теперь нашла. Я покрыла мою постель разноцветными тканями из Египта. Надушила я ложе мое мирой, алоэ и корицей. Пойдем, до утра насладимся любовью, натешимся ласками. Мужа моего нет дома, он отправился в долгий путь. Он взял с собой кошелек с серебром. Не вернется до дня полнолуния». Множеством убедительных слов она его увлекла, соблазнила его льстивой своей речью. И он тотчас за ней пошел, как вол, что идет на убой, как олень на выстрел, пока стрела не пронзит ему печень. Он как птица, что в сеть стремится, и не знает, что там ей смерть. Итак, сыновья, послушайте меня, внимайте тому, что я скажу. Не давайте сердцу свернуть на пути ее, не блуждайте по ее тропам. Многих повергла она сраженными, многочисленные ее жертвы. Дом ее — путь в мир мертвых, уводящий в покой смерти.